экологическая энергия для майнинга. Токийская компания Miner Garage планирует открыть в Кадзуно первый в мире майнинг-центр, работающий на основе природной энергии. Японский город Кадзуно расположен в префектуре Акита. Здесь преобладает низкая среднегодовая температура, а зимой выпадают обильные снегопады. Город известен тем, что использует природные возобновляемые ресурсы для создания зеленой энергии. Этим он и привлекает внимание майнеров. Как заявляет Такуя Амата, генеральный директор компании Miner Garage, изначально в майнинговом центре будет использовано 600 компьютеров. Ожидается, что они будут майнить около 10 видов криптовалют.